Уважаемые горожане, дорогие работники и ветераны химпрома, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником работников химической промышленности Днем химика. Новочебоксарск не случайно называют городом химиков. Его история начиналась со строительства первого цеха химпрома. Семья каждого новочебоксарца так или иначе связана с химкомбинатом. Поэтому каждый из вас может смело называть себя химиком и гордо нести это звание. Химпром сегодня – это опыт ветеранов и энтузиазм молодежи. Это верность традициям и современные технологии. Мы стабильно выпускаем более 100 наименований продукции. Ежедневно около 1000 тонн нашей химии расходятся более чем 30 стран мира. Мы усовершенствуем технологии и строим новые производства. Мы – это 3500 химиков, профессионалов своего дела, ответственных и целеустремленных. Благодарю работников завода и ветеранов химкомбината за добросовестный труд и весомый вклад в развитие производства. С праздником вас! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!